Темку, друзья, с вами Турбанчик, и это новости для тех, кто в танке. В эти выходные нас ждут скидки и боевые задачи выходного дня с 14 февраля по 17 февраля. Скидка 20% на день прем-аккаунта вместо 250-200 голды. Скидка 50% на койки в казарме. Боевые задачи. Повредить за бой минимум 2 машины противника, награда в 2 раза больше у опыта экипажа. Количество выполнений неограниченное. Это прикольно, кстати. Можно прокачать экипажик. Так, второе. Сыграть 10 боев, в каждом попасть в топ-10 по опыту своей команде. И обязательно подряд. 5 малых ремкомплектов, 4 раза на аккаунт. В принципе, тоже пойдет. И самое интересное, третье. Повредить 80 машин противника за любое количество боев. Один раз на аккаунт, но получаем орудийный досылатель среднего калибра. Мне кажется, после черного рынка это нормально, нормально. Многие попродавали все. Так что вот как-то так, ребятки. Пишите комментарии, что как, чему нравится, не нравится. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ну а пока.